Все, съемки пошли. Итак, мы с Кристиной и Таней отправляемся на обед в отеле Гранд Рояль Шарм. Город Шарм-эль-Шейх. Умница. Сейчас я только перебуюсь. Вот у нас после уборочки красота такая. Вот коечка, выход на террасу. Здесь Кристинка с Таней отдыхают. Вот мы друг друга снимаем. Ключ взял, Ю? Нет, ничего не брал. Где наш? Вот ключ. Вот этим ключом мы открываем номер. Дверь просто захлопываем. Вот так. Все, два оператора, Кристина и я. Готовы. Все подключено, и мы выходим в столовую на обед. Вот так. Это у нас туалет с ванной. Кристинка, ты видела, как он выставил в ряд? Кого? Шампуни. Просто захлопываем дверь. Раз, и все. Проверяем дверь. Дверь закрыта, уже не откроется. И пошли. Идем. Процесс начался. Сейчас мы покажем вам шведский стол, где куча сладостей. Все, движемся в направлении лифта. Там мы вам покажем всех арабов, поваров. Таня у нас лидер по сладостям. Вот так. Все, идем подробно. Вот женщина уже поела. О. Это выход к пальмам. О. Вот. Движемся. Пусть Таня уезжает, товарищ повар. Нас ждут. Пошли, 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 Кристин. О, операторы. Да. Засняли? Лифт. Парни, засняли? Да. Расставим. Картина полная. Не, вас, вас. Классно, классно. От полностью так его еще, вот так. А оно не берет, у меня же. Нет, сверху вниз, вот так проведи просто. Зачем, зачем? Да классно все. О. Заполнено? Все. Супер здесь. Thank you. Как? Thank you. Шукран. Шукран. Так, вот. Пойти взять пиццу или что там, Юр, посмотришь? Природа там, Папа Римский, Бенедикт 16. Заполнено, Кристин? Надо было купить еще. Юр, смотри, вот там сделано, надо пойти. Пиццу сейчас будет Таня там брать. Да ну куда? Тань, ты меня будешь снимать? Заходим в столовую. Давай сейчас, Тань, быстро будете брать, чтобы я вас заснял. Во. Вот, пойдем за пиццей. Сейчас, Кристин. Шакран. Во. Спасибо. Спасибо. Как спасибо? Thank you. Шукран. Шукран. Кто ж меня будет снимать? Давай. Тань, берите. Он пойдет за пиццу. А он, наверное, видите, как прекрасно все кушает. Какие у нас чудесные повара. Вот такой. Салаты на весь
весьма, кто хочет, как и берет. Вот наш столик. Суп. Тань, пошли, я буду снимать. Салаты. Булочные изделия, хлеб. Бери, не хочу. Кто сколько хочет, то его и берет. Тань, и мне набери супа. А какого? Какой ты берешь такой? Нет, я беру вот. Видишь, я тебя снимаю, бери. Тань, и мне насыпь. Насыпай. Вот. Товарищ повар обслуживает нас. Классно! Супер! Доливает. Встал, встал. Я буду снимать, там бери две тарелки, будешь мне насыпать. Юра, да перестань, сам будешь. Ну я потом сам тебе насыплю. Вот Таня насыпает салатик. Которых уже нет. Ну ничего, хватит. Я хочу вот именно, я не знаю, что это такое. Я пошел засниму там, что я буду ждать. Иди, засними и насыпай. А где Кристинка? Пошли, пройдемся там по этим рядам, да я засниму быстро. Давай, сам. А то скат как дурачок. Мне я надо... положу на двоих. Давай. Овощей. Что тут? Да тут много овощей. Это обед у нас. Помидорчики, перчик, огурчики, капуста. На двоих. Извините, но я уже объелся. Мне уже никуда не лезет. Все. На двоих. Шакран. Шакран. Классно. Пошли, Тань, бери миску. Бери и мне, Тань, я буду нести, а ты будешь насыпать. Не буду, сам себе положу. Хорошо. Что это, Тань? Кабачки. Кабачки, понятно. Супер. Шакран. Шакран. Шакран, Тань. Рыбку жареную. Пошли дальше. Опа. Что у нас? Курицу ложила, Кристина? А? Жаркое из курицы. Жаркое из курицы накладывайте. Кристинка накладывает жаркое из курицы. Побольше, Кристин, ложи, побольше. Надо поправляться, чтоб Давид видел. Вон. Мама тоже что-то накладывает. Кто там у нас? Еще что-нибудь.
Тань, следующее открывай блюдо. Что это у нас тут? Помидор фаршированный. Фаршированные помидорчики на обед. Да. А вот здесь курица, да, Тань? Нет, курица там. Вот здесь говядина. Где? А вот здесь, Тань, что? Шпинат. Шпинат не пойдет. А где ж? Таня, вот здесь. Это жарко. Курица. Да, я хочу кусочек поменьше. Я потом наберу, пойду сладости. Ты сладости брала, Тань? Нет. Пойдем сладости заснимем. Сладости. Бери, не хочу. Поздно пришли мы, но Таня, тем не менее, берет сладости. Я их уже объелся, часто не беру. Вкусное? Переходим дальше. Здесь выдают воду, напитки, вино, коньяк, бренди, джин. Вот такая столовая, где мы. Лимончики, бананчики. Тань, бананы будешь? А? Такая красота в сладостях все. Тань, улыбка. Вон так. Тане мне там положи тоже. Я тебе положу. Да, не хочу, я потом возьму, посмотрю, сколько влезет. Что мы там взяли, Тань? Да ничего я не взяла. Вот я хочу. Банан будешь? Хочу взять, да. Виноград будешь? Не, виноград не хочу. Если бы ты меня б сняла, Тань. Всё, снять можно завтра тебя или на ужин. Хорошо? Да, так само, как в обед. А у вас? А? Может, поехали. Пошёл уже. Бармен. Ой, ничего. Кристинка приступила к трапезе. Улыбка, Кристин. Там груши принесли. Я груши не люблю. Да? Да. Тогда острая. Острая? А, вот это все. Это не для меня. Хорошо, что сказала. Взять булочку какую-то. А вот что это сказала? Оно, кажется, что-то не могу. Красночка мне кофейная попалась. Кофейник. Ты не понял, я тебе вчера сказала.
потом идет вот сюда, здесь уже белая. Так я взял 3 порции в одной коробке, мне 2 кофейных чистых попало. Не-не, ты снизу не смотрел, Юра, они все такие. А, может, я глотнул, ты что, что я глотнул. Не снимаешь, да? Там остров. А смотри, вон, да? Крыши такие. А где остров? А, вон там? Да, вон. Ага. Вот-вот, Юр, хочешь воды взять? Смотри, вот в холодильнике. Нет. А кока-колы нет? Можно у него спросить, может, у него есть кола. Кого у него? Да у этого, который наливает вот такие вот, которые вчера сидели. Пошлите на камнях фоткаться. На камне. Что? Сфоткаемся. Море шикарное, чего как раз это называется, неизвестно. Para arriba, para arriba. ¡Sexy, mami!
Ковалев. Я баба, агава, 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 агавалев. Приблизим. Таня вон как старается. Феньки растут. Да я думал, да, надо платить. Феньки. Игра, шары бросать. И нас зачем? Просто так. Уже нас теперь сняли. Теперь да. Кристинка, меньше на солнце надо быть.